Социально-предпринимательская корпорация «Алматы» презентовала ряд важных для города проектов на ближайшее десятилетие, пишет «Вечерняя Алматы». Главной причиной внесения изменений в утвержденный ранее план послужила необходимость повысить эффективность компании и снизить возможные риски, поясняет издание. Уточняется также в статье, что в течение 10 лет с 2014 по 2023 годы СПК планирует реализовать целый ряд социально важных для мегаполиса проектов. В промышленном направлении это создание управляющей компании индустриальной зоны Алатау, модернизация котельных города, создание заводов по производству сжиженного природного газа и ветрогенераторов. А в аспекте продовольственной безопасности СПК планирует обеспечить горожан и фермеров инструментом прямых покупок-продаж, максимально исключающих посредников и перекупщиков. В социальном направлении можно выделить проект по строительству нового корпуса лучевой терапии в Алматинском онкологическом центре. Международное энергетическое агентство прогнозирует рост потребности Казахстана в энергии в два раза к 2035 году. Об этом сообщил Томаш Тельма, директор Департамента Европы и Центральной Азии Международной финансовой корпорации, прогнозы которого публикует портал BNews. Отмечая, что Казахстан входит в десятку стран с самым высоким уровнем энергоемкости экономики. Эта тенденция пока не снижается. Поэтому, по его словам, модернизация экономики нашей страны будет связана с серьезным сокращением энергоемкости производства, чтобы экономика меньше зависело от потребления энергетики. Стоит отметить, что Международная финансовая корпорация направляет свою деятельность на то, чтобы сократить углеродные выбросы, повысить эффективное потребление ресурсов воды, земли и сделать более устойчивыми к изменению климата те регионы, в которых присутствует организация. И чистая энергетика для Казахстана и Центральной Азии – очень важная тема, которая приобретает особую актуальность. Поэтому Казахстан в этом отношении – одна из интересных стран, где быстрый экономический рост спровоцировал повышение энергоемкости производства.